С вами Николай Пивненко в проекте «Дата». 29 февраля – день особый, поэтому поговорим о самом дне конкретно. Он 60-й по счету, уникальный в году, единственный отсутствующий в Ниве Сокосном и в основном бывает раз в 4. Но что интересно, в 1930 и 1931 годах в СССР из заведения советского революционного календаря было 29 февраля, хотя эти годы не являлись високосными. То, что полный оборот Земли вокруг Солнца составляет не ровно 365 дней, а 365 суток, 6 часов, 9 минут и 9,76 секунды, впервые заметил египетский фараон Птолемей III. Если бы человечество не обратило внимания на эту разницу, календарный год за многие столетия мог бы заметно сдвинуться и вообще перестал бы соответствовать солнечному. Но тут с революционным приказом выступает никто иной, как римский император Гай Юлий Цезарь. Да, тот самый, который приказал удлинять каждый четвертый год високосный ровно на одни сутки. Особый лишний день был взят на заметку. Католики 29 февраля отмечают День святого Освальда. Он считается праздником, между прочим, посвященным любви. В России эта дата – Касьянов день. Согласно легенде, Бог лишил святого Касьяна ежегодных именин за недоброжелательность к людям. У восточных славян этот день считался одним из самых опасных и демонических. Во многих европейских странах вплоть до 18 века 29 февраля считалось как бы несуществующим днем, датой, не имеющей юридического статуса. Часто в этот день не заключались сделки, не производились выплаты, не давали в долг и тому подобное. Еще сегодня Международный день редких заболеваний. В невисокосный год и праздник отмечается 28 февраля. Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам людей, которые болеют редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и вообще их влиянии на жизнь людей. Ну а теперь о родившихся. В 1904 году на свет появился знаменитый американский музыкант и руководитель эстрадного оркестра Глен Миллер. В марте 1938-го молодой Миллер организовал биг-бенд, который впервые выступил в Нью-Йорке в зале Карнеги-Холл. Ну а 15 декабря 1944-го тот же Глен Миллер, но уже всемирно известный композитор и дирижер, руководитель оркестра американских ВВС, поднимается на борт самолета в Париж и бесследно растворяется в небе. 1924 год. Владимир Крючков рождается в этот день. Генерал армии, председатель КГБ СССР, член ГКЧП. А в 1932 году родился Юрий Богатиков, эстрадный певец, баритон, народный артист СССР и Украины. Ирина Купченко, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, появилась на свет в 1948-м, а в 1952-м рождается Раиса Сметанина, советская лыжница, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр по лыжным гонкам. Ну а теперь события этого дня. 1288 год. Шотландия объявляет этот день возможностью женщины предложить брак мужчине. Получается, что 29 февраля это можно было делать раз в 4 года. 1696 год. Петр I прибывает в Воронеж, чтобы лично руководить постройкой первых кораблей для похода на Азов, на верфь, ставшую фактически родиной русского флота. 1888 год. Американский инженер Герман Холлеритт изобретает табулятор. Это фактически первая своеобразная электрическая счетная машинка. 1936 год. Нильс Бор предлагает теорию составного ядра атома. А в 1940 году американская киноактриса Хэти МакДэниел становится первой негритянкой, которая удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» и, важно, за роль в фильме «Унесенный ветром». Вообще, эта картина была удостоена в итоге 8 «Оскаров». Ну и последнее. Мы с вами уже понимаем, 29 февраля – день особый. Видимо, поэтому сегодня чествуется, если можно так сказать, наше самое злое сказочное божество – Кощей,
он же бессмертный или Чернобог. Кощей изображается как человекоподобный идол, к тому же он черный с серебряными усами. По древнему обычаю, ровно в полночь с 29 февраля на 1 марта нужно торжественно раздавить в руке обычное сырое куриное яйцо. Это означает, как известно, смерть Кощееву, ибо жизнь скрывается в яйце, а поскольку это чудище символизирует собой саму зиму, то заодно оканчивается и она. Так что готовим сырые яйца и встречаем весну. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».